правильно. Ну и как бы меньше, что принято называть усадьбой. Ну, все-таки не знаю. Правильно. Кому ты работу деньги? Или склад твоей души, ну а что значит лезть? Ну, да, значит, да. Да, но это работа для людей, которые приходят на власть. А ты как вообще живешь? Живешь? А, в смысле, вот материал? Ну, и вообще, человечество, да. Ну, тут... Это откуда ты думаешь, вообще жизнь? А то, что вопрос за кулон, там может быть... Да, опять же, не скажу. Ну, как бы нет такого ответа. Ну, вот уже живется. Да, живется. Ну, конечно, хотелось бы там сказать, что... Вот. Как бы... А, с одной стороны, значит, сложно. Вот так. Ну, сложно материально. А с другой стороны, очень хорошо, там, прекрасно, поскольку я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься. Ну, вот, как бы, выбор я осуществил сам. Там все дороже стало, с другой стороны, как
Да. Владимира Ильича? Да, Владимира Ильича Жуковского. Я, к сожалению, ну, просто она мне вот вчера появилась, я как-то так, поэтому... В общем, считаю, по истории искусства, философские обоснования, я боюсь ошибиться, поэтому я не очень говорю, но это книга такая. Я, ну, вот это читаю. А вообще, на философа Шопенгауэра, то, что вот переведено, ну, я, честно говоря, как бы их вот, ну, настолько, насколько Шопенгауэра, очень, ну, не читаю. Потому что, ну, я так вот, естественно, поскольку я как бы в такой среде, ну, честно, понять мои картины. Зачем? Вот растет дерево, почему его никто не пытается понять? Думаю, классику стоит прислушаться.